Всем доброе утро. А чё не все вышли-то? Красотки мои, вы мои красотки. Вот этот товарищ у нас был тихий-тихий. Мы даже не сразу поняли, что это тоже индюк. А сейчас один, откуда что взялось. Не-не-не, все, куда ты мне уже на меня на руки уже лезешь. Мне его заказала, одного индюка. А женщина давно. Я даже сначала испугалась, что ей не хватит. Она его хотела она его взять давно, еще, наверное, месяца полтора-два назад. Но было еще холодно, а у нее в сарае нет отопления. Я говорю, он у вас, говорю, просто подохнет, потому что у меня они сидят. Все, ухожу. У меня они сидят очень в теплом сарае. Ну вот, мы с ней договорились. А там, ну, такая пожилая женщина, бабуля, можно сказать. Она меня очень просила. Ой, Танечка, только никому не продавайте. А то у меня девчонки без индюка. Поедешь на племенную работу, а не в морозилку. Ух ты, а что это, у меня еще один, что ли, индюк? Ты кто? Так, ладно. У меня тут еще дела. Где-то мне надо теперь кошку найти. Кс-кс-кс, а кошки у меня все смотались. Вот как вы думаете, это вот что? Правильно, попона кошачья. Мелкая у нас все-таки оказалась одна кошка, один кот. Вот мать их идет на 14 февраля, гуляла опять двое суток в загуле. Наверное, опять с пузом. Эту мы уже не стерилизуем, жалко, она уже старая. А этих, вот как ее теперь ловить? Я ее и не вижу. Ой, хотела ей бинт на пузо намотать. Снимает попону и все. Короче, пока у вас животное не катилось, ну, если вы не хотите от него приплод, он вам не нужен, собака молодая, вот как Ричи наша, их надо стерилизовать до первой течки желательно. Пока они еще там котята и щенки. Тогда это будет для них минимум проблем, минимум стресс. Все по минимуму. Так, ой, кошек я покормила. Всех выпустила, не знаю. Говорят, у нас сегодня прям тепло будет. Нет, девчонки, вы еще пока не гуляете. Пока еще мороз, я вас даже выпустить не могу. Так, ладно. Как-то мне надо этих... Не буду на щеколду закрывать. Ну что, девчонки, погуляли так и активно, выбежали, и все? Это у меня уже будильник сработал, что мне надо примерно бежать домой, ближе к дому, и заниматься собой. Так, вот это кто у меня с черным ошейником? Это кот с крайностным, это кошка. Иди сюда, буду тебя ловить и завязывать пузо. Потому что сказали дней 5 в попоне походить. Мы ей сделали такие, как сказать-то, швы, которые не надо снимать. Вот. На 300 рублей дороже, ну, не страшно. Кошку у нас стерилизовать вот с этими швами у меня обошлось 3000. Если бы обычные швы потом ехать снимать, ну, где-то 2800, может, 2700.